Выглядите-ка, Джин, неужели ты один? Ты же был всегда питомцем, где твой хозяин Аладдин? Или все же удалось тебе сорваться с поводка? Ох, напрасно это сделал, твоя участь нелегка. Если что-то у кого-то захомячить смогу я, то это тут же, без вопросов, появится и у меня. А значит, съев тебя, я стану величайшим колдуном, и весь турнир с его злодеями превратится в гастроном. Как мучительно быть всемогущим джинном наших дней, но применять свои таланты лишь на желания людей. Так была бы моя воля, я б тебя одним щелчком сделал бы зеленой мухой или навозным червячком. Слушай, пугало, иди-ка ты обратно в огород. Чего приперся на турнир? Ну правда, не смеши народ. Я изначально бессмертен, меня страшит только плен. Но это сделать не сумели Фредди, Джейсон и Кэндимен. За 23 года спячки в подвале своем проголодался я так, что съем любого целиком. Ты напрасно сейчас в этой местности возник. Присмотрись, за тобой уже едет грузовик. Ты что же, лапу в берлоге сосал, как медведь? Лишь одну мою часть тела во рту ты сможешь поиметь. Ты небось сейчас желаешь, чтоб все кончилось, малыш? Так я исполню, с твоей смертью конец наступит. As you wish. Кто победил? Кто выйдет в следующий этап? Решать тебе! Голосуй на главной странице моего канала во вкладке «Сообщество». И помни, злодею нужен твой голос. Он может все решить. Голосуй!